Друзья, привет! С вами Максим, это Official Johnny Style. Я нахожусь в славном городе Иркутске, сегодня 8 ноября. И я сегодня заселился в North Sea Hotel, отель Северное море, Байкал Северное море. Вот так это выглядит, вот такое вот супер-мега-крутое здание. Здесь я буду жить ровно... Вот, кстати, поехал лифт. Здесь я буду жить ровно двое суток. Одни сутки у меня... Одни сутки у меня стоят 4400 рублей. И я уже заселился. Ну и сейчас немножко похожу, погуляю. А потом вам покажу номер за 4400 рублей с видом на реку Ангара. Ну что, ребята... Путь. Товарищи, немножко прогулялся я от гостиницы Северное море. Кстати, вот так вот она выглядит. Вот там где-то она там между домами. Соответственно, сейчас я подойду к ней, мы будем заходить, посмотрим, что это такое. Гостиница Северное море. Попробуем зайти вот тут. Вот так вот. Уж не знаю, что это так, куда нас приведет сия дорога. Гостиница расположена по адресу улица Дальневосточная, дом 156. Собственно говоря, вот она. Поэтому тут неожиданно сегодня в Иркутске, как говорят местные, выпал снег. Вот опять я. Так неожиданно, как говорят местные, выпал снег. Поэтому надо быть предельно аккуратным. И вот я это иду. Ух, ё-моё. Вот такой вот, собственно говоря, тропиночки. Я спускаюсь. Да, я спускаюсь. Ну, честно могу вам сказать, что рядом с гостиницей особо никаких достопримечательностей нет. Потому что вот где-то там у нас река Ангара, рядом у нас бухта любви, цветы, наверное, бухальное заведение, ну, алкомаркет Бристоль, скорее всего, да, он тут есть, и еще одни цветы, ну и какой-то супермаркет там подсвечен зеленым. То есть, в принципе, ну, сильно достопримечательностей тут нет. Это опять я. Сильно достопримечательностей тут нет. Поэтому сейчас мы пойдем, зайдем внутрь гостиницы, поднимемся на 5-й этаж. И я вам покажу номер претензии на повышенной комфортности. Мне сегодня при заезде обрадовали, сказали, я буду... иметь вид на Ангару, но так как сегодня сейчас уже у нас получается вечер, ну по иркутскому времени уже вечер, разница с Москвой плюс у нас получается 5 часов, то есть и уже вечер, темно, то есть я, наверное, не смогу вам показать вид из окна, ну покажу его завтра с утра. А вот тут у нас есть небольшие такие соседские жилые домики. Говорят местные, это какой-то отстроенный новый квартал. Гостиница здесь вроде как совмещена с бизнес-центром. Ну вот, будем заходить, смотреть. Есть на территории, вот территория вроде как под шлагбаумом. Вот здесь шлагбаум, то есть здесь такие машины, машины-места. Наверное, это все охраняется. И вот мы видим, что у нас лифт поехал в сторону, ну, в общем, куда-то он поехал. Поэтому поехал в небеса лифт. Такой лифт тоже панорамный, красиво все. Попробуем заснять, посмотреть. Сейчас еще раз сниму, я покажу входную группу, потому что отель, ну, такой необычный. Написано «Отель-ресторан», и, собственно говоря, там тоже у нас получается, ну вот здесь рядом, там с въездом, у нас получается что? У нас получается лавочки. Наверное, в хорошую погоду можно отдохнуть, посидеть.
Ну, а там дальше дома. Причем, что самое интересное, мне кажется, что эти дома у нас, ну, жилые, многоквартирные, а это у нас уже вот такой вот вид на Иркутск. На Иркутск с другого берега реки Ангары. Все такое подсвечивается. Обратите внимание, в ноябре снег уже достаточно хорошо лег. Ну что, будем тогда заходить потихонечку. Так что давайте попробуем. Ну что, ребята, пойдем заходить. Вот у нас, соответственно, гостиница «Северное море», входная группа. Заходить будем смело. Это у нас с вами 4 звезды. По системе букинга это 8.2. В общем, тут все что угодно есть. Только, ну и, конечно же, работает это все круглосуточно. Вот еще раз. Город Иркутск, улица Дальневосточная, дом 156. Будем заходить. Все, давайте. У нас вот так вот выглядит лифтовая, вот такая вот крутость. Так. Нажимаем на пятый этаж и поехали. Вот он, лифт. Ну, конечно, сейчас здесь не видно. Панорама. Ну вот, как-то так вот. Такое вот интересное панорамное видео. И здесь везде вот такой вот один я, конечно. Ну и вот мы приехали на пятый этаж. Номер у нас 5505. Так вот у нас выглядит такой лифтовый холл. Ну, на самом деле кулеров я не видел. Может быть, конечно, они где-то есть в другом месте, но кулеров я не увидел. И, соответственно, идем. Да, вот он, собственно говоря, как выглядит наш номер. Соответственно, вот так вот у нас выглядит. Вот так вот у нас выглядит карточка, как обычно. Сейчас ее надо приложить. Вот так вот. Обязательная процедура. Включился свет. Заходим вовнутрь. Ну и, собственно говоря, вот мы находимся в комнате 5505. Одноместный номер на пятом этаже гостиницы. Сейчас я сниму быстренько курточку и продолжим осматривать, что у нас здесь есть. Так, друзья, куртку я снял. И давайте теперь я вам покажу, что есть в этом номере. Ну, во-первых, самое главное. Это у нас тут есть такие вот выключатели, обязательная блокировка света при выходе. Это, соответственно, наверное, какие-то приблуды нажимать, чтобы прочистили вам комнату, либо не звонили, не беспокоили. На двери у нас есть кондей. Рядом у нас находится вот такой вот шкаф. Что у нас есть в шкафу? То есть сразу могу сказать, это одноместный номер, ну так скажем, но с двойным размещением. Соответственно, что у нас тут есть? У нас есть, собственно говоря, два халата, есть двое тапочек, есть еще что-то, две, наверное, салфетки для обуви, соответственно, одна ложка, ну ложка, наверное, одна. Что у нас в другой? Так, ну, собственно говоря, здесь вот опять же халаты. Сейф я что-то не увидел. Вы увидели, ребята? Я не увидел. Нет, сейфа у нас здесь нет.
То есть зато есть вот такой вот маленький холодильник. Ух, ё-моё. Он, кстати, даже, по-моему, функционирует. Да, сюда можно что-нибудь поставить. Вот это, наверное, штука, вешалка для брюк. Ну, вот так вот будет выглядеть моя одноместная двухспальное место. Итак, это у нас по факту две кровати, соединенные вместе. Спать я, скорее всего, буду на одной половине. Ну и что у нас тут есть из комфорта? Ну, обязательно телефон, прикроватная тумбочка. Как мы видим, свет у нас только идет сверху. Две розетки, два выключателя. Вот такой вот небольшой лаунж в виде цветов. Есть специальная приблуда, ваза для пульта, вторая прикроватная тумбочка, есть у нас кресло, есть у нас зона рабочая, стол, лампа, стул, лампа даже горит. Шторы, занавески, вот так вот выглядит у нас телек. Телек не очень большой. Есть небольшой цветочек, мусорка, чайник на две персоны, две кружки, два чая, две бутылки воды. Где набирать чайник, я, кстати, так и не понял, потому что кулер реально я на пятом этаже не увидел. Ну, вот есть такое вот небольшое зеркало. Ну и самое главное, то есть как бы есть у нас раковина. Есть у нас фен, можно всегда позвонить, если вам плохо. Есть лупа, есть теплое полотенце-сушка. Я тут уже немножко похозяйничал, вот. Есть у нас, как оказывается, есть душ, вот он там. И все, собственно говоря. Ну и трон, ля трон. Сразу включается у нас вентиляция. Как ее отключить? Ну, наверное, можно как-то ее отключить. Сейчас мы попробуем это сделать. Да, вот. Нажимается. То есть, вот такая вот история. Еще раз смотрим на комнату. Делаем вот так. Вот она, небольшая комната. Достаточно все чистенько, опрятненько. И, соответственно, ну, наверное, на пару дней вполне, и как бы не за очень баснословные деньги. То есть в номере есть Wi-Fi, в номере есть, наверное, кровати мягкие, в номере достаточно тепло. А достаточно ли тепло? Ну вот, батарея, кстати говоря, вот холодная. Батарея холодная, но стояк такой тоже. Так, ребята, что мы по факту видели? Одноместная комната, одноместный номер. Возможность двойного размещения есть. То есть это не самый маленький номер. То есть это, в принципе, такой как бы улучшенный стандарт, я бы так назвал. Интернет в нем есть, телевизор в нем есть, кондиционер в нем есть. В стоимость номера входят завтраки. Обязательно. А завтра, как сказали, шведский стол. Может быть, я завтра вам покажу завтрак. И еще я вам обещаю завтра снять вид из окна. Мне сказали, что это повышенная комфортность, и вид из окна должен просто меня заворожить. Ну вот и посмотрим. Так что не прощаюсь и смотрим дальше. Друзья, не стал ждать утра. И вот вам первый такой вот вид из окна. Такой вот подсвеченный у нас тут. У нас тут вот такой подсвеченный Иркутск. То есть еще раз прошу обратить внимание, насколько у нас, собственно говоря, выпало много снега. То есть еще раз. Гостиница «Северное море». Байкал «Северное море». На берегу реки Ангара. А завтра я вам покажу, как это все выглядит при свете дня. Привет! Ну, как я вам и обещал, сегодня я вам покажу
Вид из окна на Ангару с утра. Так, давайте. Вот она, наша Ангара. Вот такой вот у нас вот тут вот вид из окна Иркутск. Весь во всей красе. То есть даже где-то есть и высотные здания. Там где-то вдалеке что-то горит. Так что, ребята, вот так вот у нас получился видеоролик. Если кому понравилось, напишите в комментариях. Ну, там всякие пальцы вверх, лайки. Ну, обязательно поделитесь, если что. Ну и вас приветствует Official Johnny Style. Максим, до новых встреч!